Судан – самый известный в мире носорог. Он наша престарелая звезда. Туристы со всего мира приезжают, чтобы посмотреть на него и сделать фотографию на память. Ему 43 года, и он старше многих соплеменников. Он живет как почтенный дедушка на пенсии. У него есть собственный вольер и личный врач. Но Судан – последний белый носорог. 15 февраля в 19:00. Премьера на телеканале «Зоопарк».